друзья, привет! У меня отличные новости. Во-первых, всех с Святым Миколаем. Хай Святий Миколай принесе вам та вашим рідним та близьким щастя всього найкращого. А ще Святой Николай, друзья, сьогодні нам принес санкції проти Северного потока 2. В большую надежду на них. Сейчас расскажу об этом подробнее. Вы подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Видите, это всюду, даже из самолета. Информирую вас о том, что происходит. Итак, политика сообщает, что сенатор Тед Круз достиг договоренности с лидером демократов в Сенате. И они договорились о следующем. Напомню вам, что Тед Круз блокирует назначение 32 послов и руководителей Госдепа. Их Сенат должен утвердить подачу Байдена. Кстати, в том числе посла в Украине нет по этой же причине. Но здесь, вы знаете, его надо только поблагодарить, потому что Тед Круз делает для Украины больше сегодня, чем, там, не знаю, наш президент. Потому что он добивается, чтобы были введены санкции против Северного потока 2. И этот проект, он не Северный поток, а Скверный поток, скорее его правильно так назвать, и путинское оружие против Европы и Украины, чтобы это все не заработало. И вот он долго этого добивался, они сопротивлялись, он сблокировал тогда, потому что там в Сенате интересная ситуация, их 50 на 50, демократов и республиканцев. И вот, наконец-то, они договорились, он снимает свое, значит, вето и пускает, дает возможность назначить руководителей Госдепа и послов, а они соглашаются, политика пишет, что до 14 января будут проголосованы санкции в Сенате против Северного потока 2. Друзья, если это случится, то это отличная новость. Как раз когда я был в США, мы встречались там с представителями стаффа, с конгрессменов, сенаторов, собственно, с конгрессменами, с представителями Госдепа, директором по Восточной Европе, с директором по Восточной Европе Пентагона и другими. И нашей главной целью был Северный поток 2. И как раз вот мы там тоже делали свой вклад в то, чтобы эта коалиция состоялась, чтобы эти санкции были. Поэтому держим кулаки за Теда Круза и верю, что это действительно хорошая новость на Святого Николая для всех, для нас. Ну, а для мальчика Вовы это новость плохая, Вовы, который там сидит в Кремле, потому что он себя плохо вел, не то что весь год, а всю свою жизнь. И ему Святой Николай может только принести хорошие розги и дать ему им. Вот, собственно говоря, что давно пора с ним сделать. В общем, вот такие дела, друзья. Держим строй и хорошие новости.